Привет, Легоделы! На очереди очередные новинки 2022 года. Лего Майнкрафт. Любители экшена порадует набор засады на Крипера. Это самый маленький набор новой волны и демонстрирует небольшой кусочек пейзажа, на котором Стив встречает красного Крипера. Помимо обязательного стола для крафта, в небольшой набор за 900 рублей также входит поросенок и цыпленок. В общей сложности вы получите 72 детали за эту стоимость. Лисий домик – это небольшой домик в форме и дизайне спящей лисы. Набор стоит около 1800 рублей и состоит из 193 деталей. Помимо двух мини-фигурок утопленника и игрока в лисьей шкуре, в набор также входит пара лис и белая снежная лиса. Из аксессуаров – меч, удочка и рыбка. Внутри помещения можно наблюдать кровать, тумбочку, плиту и карту. Грибной дом. Жилище в этом наборе имеет форму красного гриба и украшено окнами на все стороны света. Цена под 1800 рублей. В коробке 272 детали, из которых вы сможете построить дерево и крошечную ферму, внутри которой есть мини-спальня. Мини-фигурок две штуки. Алекс и скелет. Скелет оседлал черного паука, а для массовки из мобов также добавлена корова. Аксессуаров немного. Это ведро, сундук и топор. Дуэль стражей. За 2300 рублей вам предлагают купить с января месяца новый подводный набор. Океанский памятник представлен песчано-зеленой аркой, охраняемой стражами. Дополнительно имеется мини-фигурка в шкурке дайвера, светящийся спрут и три новых красочных аксолотля. Из аксессуаров замечен трезубец. Всего же в коробке 255 деталей. Ранчо кроликов Майнкрафт. Населена двумя кроликами и украшена большим строением в виде кролика. Набор стоит около 2700 рублей и состоит из 340 деталей. В дополнение к ранчо также будет построен вход в пещеру, где обитает зомби, а также есть мини-фигурка с новым скином, вооружена киркой и морковкой. Тенти-блок, меч и пара подсолнухов помогут не заскучать, разыгрывая новые приключения в новой локации. Самый большой набор январской волны Майнкрафт. Это тренировочная площадка из 534 деталей и с ценником под 5000 рублей. Набор состоит из здания, построенного в азиатском стиле, с пурпурной крышей, под которой находится пещера. Рядом стоит дерево с розовыми листьями. Используя лестницу или стебли, игроки могут спуститься в пещеру и спрятать там свое снаряжение в ящиках и на подставке для доспехов. В набор включены два игровых персонажа с разными скинами ниндзя, а также скелет-лучник в качестве противника. Из бонусов – летучая мышь, склянка, коробка с оружием, а также множество растений. А что вы думаете о новой волне наборов LEGO Minecraft? Какой набор понравился больше, а какой самый бессмысленный? Напиши и, возможно, увидишь свой комментарий в следующем выпуске. А пока, всем пока!